Накануне состоялась очередная встреча со студентами, посвященная пропаганде семейных ценностей. Гостями мероприятия стали победители конкурса «Мерилиот Бассе». В ходе встречи шла речь о том, что воспитанию детей нужно уделять постоянное внимание. По мнению старшего поколения, чтобы не увеличилось количество безответственных родителей, необходимо с малых лет воспитывать ребенка как будущего основателя семьи. Цель данной встречи – показать на примере, какой должна быть настоящая семья. Мы позвали победителей конкурса «Мерилиот Бассе» 2018 года, так как они смогут наилучшим образом показать, что создание семьи – это кропотливая работа не только родителей, но и детей. В ходе этой встречи, я думаю, мы смогли донести до детей истинный смысл создания правильной семьи. Хотелось бы отметить, что такие своего рода семинары мы уже давно проводим. И надеемся, что и в дальнейшем продолжим это дело.